и друзья, меня зовут Сергей Лойко. В моем документальном фильме «Люди войны» вы познакомитесь с ними, защитниками Родины, защитниками Украины. Запоминайте их лица, запоминайте их голоса. Они сейчас там, совсем рядом, на передовой, защищают вас и весь остальной мир. Слава Украине! Как вас зовут? Сергей. Сколько вам лет? 45. А кто вы по профессии в гражданской жизни? Руководитель отделом сбыта Полихосии. А на кого учились? На полихосиста. Что здесь делаете? Защищаю свою страну. Приходилось в бою уже? Нет еще. Не страшно? Нет. Мы у себя дома. Что бы вы хотели сказать украинцам, киевлянам, своим родным, близким? То, что мы никому не дадим обидеть своих близких, родных, с тем, с кем мы живем рядом. А всем остальным хочу сказать, пусть они идут к себе домой. А все остальные это кто? Россияне, те, которые пришли с оружием. И белорусы, если они тоже к нам придут, или другие страны, которые захотят отобрать наш кусок земли. Не только кусок земли, они жизни отбирают. И жизни в том числе. Ты готов отобрать жизнь? Если это будет нужно, да. Слава Украине! Героям слава!